Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и давайте мы-ка заглянем куда, например, в бой с усилениями. У нас вот такие вот прекрасные противники, это у нас такие танки среди своего класса динозавров, да, это у нас цератозавр, и будем его пробивать, допустим, травоядными. Что у нас тут травоядные могут предложить? Апатич, если можно накопить, но на самом деле нет смысла апатича, он и так крепкий. Так, и ну вот так давайте пойдем. Прикольно, смотри, 2700 жизни и 2789. Так, что-то мне как-то это громковато в наушниках. Усилялочка, ну по традиции я беру одну усилялочку, чтобы она была на всякий случай, мне их просто много. Так, ангела у нас даже помощнее получается. А ну давай. Так, а тут я не перестарался, не? Блин, не обратил внимания, сколько он с меня снял. Больше половины или меньше половины? Так. Ну давай, ну если еще раз ударишь на два, это будет прикольно. Вообще не ударил, да? Ну, значит, время немножко его поцарапать. Я в Jurassic World Live создал еще одного супер уникального крутого гибридика. Так что ищите на канале. И что это он сделал? О, решил умереть. Передал палочку эстафеты своему более вкачанному брату. Так, ну сколько у тебя баллов? Много, да? Ого, 8, ничего себе. Я не ожидал такого поворота. Проатаковал всего лишь на 6. Раз, два, три, четыре и раз, два. Интересно, сможем справиться без использования усиления? Думаю, да. Думаю, да. Но кто съест этого цератозавра? Манастегатопс или надозавр? 666 атакует, да. Он за 4 нас пробивает. А надозавр справится или не справится? Ну, мы это легко сейчас узнаем. Да, справляется. А если бы не справлялся, я бы просто поставил в защиту и было бы все зашибись. Вот такой вот у нас милашка. Милашка надозаврик. Так, ага, 5 пакетиков нам дадут. 5 пакетиков. Стоять, у какое условие? Усиление только, то есть вообще ограничений нет никаких. Ну давайте будем птерозаврить их. Хочется взять. Блин, ну если я возьму такого, ну чисто по приколу, чтобы он просто быстро умер, да? Дарвиноптер. Ну тут реально надо брать крепких. Давайте Зухариптера возьмем. И Эудиморфодона. То есть у нас жизни поровну будет, но они крепче. Окей. Так, ну мне прям самому интересно, как у нас сейчас пойдет дело. Они будут бить нас довольно больно. Так, ну... 16 плюс 40%. Блин, вообще-то он мне пробивает за 2 удара, да? Ладно. Тут, возможно, придется использовать усиление. Два, ну смотрим, не пробил.
Давайте вот так сделаем. Ну, сейчас нам на все три, скорее всего, атакуют. Нет? Ну, ладно. Значит, будем его немножко откусывать. Это, вообще-то, моя жертва. Тропиогоптер. Он мне должен атаковать сейчас на 5 из 6. Это отличненько. Раз, два, три, четыре. Вообще по изичу пробиваем его. У нас жизни меньше и удар меньше, чем у него. То есть Зухариптер уступает. Сильно уступает Апатозавру. Я бы даже мог его защитить, если бы захотел. В принципе, мы сейчас его, наверное, победили. Победили двумя более слабыми. Точнее, одним Зухариптером, одним вообще мог быть вообще практически любой динозавр. Любой птерозавр. Вот так вот. Легко разобрались. У них было намного больше жизни, у них был намного сильнее удар. Там 800 против 500. И 5000 против 3700. И они проиграли. Так, так, так. И, опять же, условий нет никаких. Траадоны. Траадонов. Ну что, нужно пробивать травоядными? Ну, на этот раз я хочу взять уже из усиления точно использовать. Так. Давайте апатозавра возьмем. Тридцатый апатозавр. Ну, пусть будет 30-й. Сигнозух и Унайринг, например. Я думаю, с использованием усилений это нам будет вполне себе по силам. Битва. Апатозавр нам даст большой запас. А противник нас боится, смотрите. Умный троодончик, правда? Будем его откусывать потихоньку. Совсем потихоньку. Ну вот на 4, ну атакует, наверное. На 1. Блин, смотри, какой трусишка нам попался. Ну, мне нет смысла его атаковать сильно. Но если он будет себя так вести, то мы сможем пройти и без щита. Так, один балл он приберег. Здесь главное считать. Так, наш великий шинкователь, да, ребятки? Так я назвал нашего нового гибрида в Jurassic World Alive. Так, раз, два, три. Вообще-то надо было 4 поставить. Потому что если бы он этот балл не поставил защиту, а перенес, у него было бы 5, он меня за 2 бы убил. Раз, два, раз, два. Вообще по изичу разбираем их. На 4 из 6. Вот так вот. Ну и Унайринг. Удар хоть слабоват, но жизни многовато. 7 чистых. Вот такая вот у нас ярость травоядных получилась. И звук был такой только что, как у раптора.
Услышали? Так, ну у нас тут 5 наборчиков. Ютараптор, раз. Блин, музыка вот эта мне нравится, как из фильма какого-то «Хищник» и «Чужие», из «Хищник» или «Чужие». И вообще, и такая музыка в игре, по-моему, была похожая в «Чужие против Хищника 2». «Alien vs. Predator 2», ну и «Primal Hunt» туда же. Секунды. Убежит ли этот динозавр или нет? И пара заурлов в суперредке. 37 секунд. И тишина. И наступила тишина. Так, Лигу Доминаторов я решил, если завтра буду стримить, то уже, чтобы не начинать сначала, я постарался 2 дня. Легко, в общем-то, 1000 как бы насобирали. Может, завтра будем стримить. А я планирую завтра, может, провести такой смешанный стрим. Мы и с Фениксом посражаемся, и в Дрожжи Земли немножко посражаемся. Будет, в общем-то, думаю, прикольно. Так, Белая Мгла, может, запишу завтра серийку. И вот здесь только травоядные. Ну, тут ничего такого интересного нет. Думаю, на этом серию закончим. До скорых встреч!